Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Болотная атака», вторая часть. Так, 23 монетки нам выпало за первый день. И давай-ка зайдем в магазин. Бесплатно есть? Есть. Одна карточка на Соню. Стоит ли брать? Я думаю, возьму. И 5 карточек на Пейпер за 50 голды. Но это слишком дорого, я считаю. Ребята, слишком дорого. Посмотри на расценки. 10 кристаллов стоит 170 рублей. Это, мне кажется, грабеж. Причем офигенный. Цены, конечно, тут завышенные очень сильно. Так, ну что, ребята, 162-я миссия. Недавно мы с собой открыли медведя. Так что будем сейчас сражаться. Кого бы нам взять-то? Ну, давай попробуем, наверное, Свея. У нас Вэй, кстати, уже 7 уровня. Быстро он прокачался, конечно. Главное, чтобы был от этого толк, согласись. 140 патронов. Перехитри монстров. Перехитри, блин, называется. Попробуем. Ну что там идет? Бежит. Сумасшедшие эти. Так, а фиг на эту сову, не буду даже обращать внимания. Мне нужны уточки. Подбей, говорит, снаряды, когда они в тебя запускают. Ага. Если бы так все было легко, я давно подбил бы их. Да хорош. Так, у меня, ребята, опять проблемы сейчас будут с патронами, судя по всему. Да сдохни ты уже, крысеныш мелкий. Стреляй. Вот они, голодранцы, уже идут, бегут. Ну-ка. Есть контакт. Это последний, да, у нас? Хоть бы одну ракету сбил бы. Нет же, все пропы... Так. Ой-ой-ой, я совсем... Да блин. Совсем забыл, что их в обязательном порядке нужно уничтожать. Угу. Выкусили свое. Все, ребят, прошли. То есть, если бы у меня не было патронов, они бы так бы вечно летали бы и меня этими ракетами бомбили. Все понятно. 162 уровень мы с тобой прошли. Но он был легким на самом деле, поэтому у нас все здесь удачно и вышло. Так, 18 монет плюс сосед Вилли. И дядька Волосач выпадает нам. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. 163-я миссия. Я, наверное, по-прежнему оставлю Вэя. Так, вперед, вперед, вперед. Медвежуть ползет. Да-да-да, медведь-матрешка. Так его можно назвать. Так, росомаха. Спокуха, ребята. Росомаха, ну... Как ты, Вэй, перезаряжаешься долго, а? Ну, 3 часа приходится ждать. Медведь, вали нафиг. Бежит он тут ко мне. Нате. Кто-то говорил, Рэй, не стреляй по монстрам, пока не горят. Ребята, они горят так медленно, что... Лучше их бомбить. Ну-ка. Окей. Так. Вот что я сейчас натворил, а, ребят? Я натворил то, что... А, нет, есть. Есть, но это мало патронов. Ну, да куда ты... И все, и у меня не хватило. Трэш. Ну-ка. И кристаллов нету. Так нелепо сфейлиться, если честно. Я смотрю, вот чем больше у нас процентов именно за победой, тем сильнее становится враг. Ну что, бабка, ты готова? Твой выход. Бабуля Мау. Сколько? А чё всего 20-то? Не, ну тут заведомо, наверное, мы проиграем, потому что... Ну... Да хорош там бомбить. Так, росомаха, сгори. Ты посмотри, что творят, а? Я уже потерял даже прицел, где у меня находится. От испугу. Давай так сделаем. И вот так. Так, бабуля, я, конечно, все прекрасно понимаю. Да идите вон.
Два опять медведя. Уточка. Каждый патрон, ребят, будем экономить. Будет ли нам от этого толк? Эть, и все, да, походу приплыли. Похоже, что да. Эх, бабка, бабка. А были все шансы у нас с тобой. Ну, 20 патронов, конечно, не тоже тут мочканули. Это очень мало, поверь мне, это очень-очень мало. Ну что, Ларри, вся надежда остается на тебе. Ну, еще волосач, конечно, есть. Там у нас, смотри-ка, лодка замороженная. Волосача нужно прокачать еще, потому что, ребята, у него нет второго ствола. И это меня немножко напрягает. Так, патронов ему дали, ну, не очень много, конечно. Да что такая атака-то слабая, эй. Ты же обычно у меня разруливал тут. Причем, вот куда и сюда. Утки вот не вовремя летят, а. Так, хорош. Побаловались и будет. Давай еще закинем. Отлично. Так, уточка. Забрасываем. Так, крокодил, отдуплись. Медведь, блин. Слушай, хватит у нас, а, или нет? Как ты считаешь? Ну? Ну ты, блин, серьезно? О, ребята, они догорели просто-напросто. Офигеть. Я не ожидал. Я выстрелил, короче, последним патроном, а потом он из своего подстволечка их, как говорится, бомбанул, и они догорели. Вот так вот вышло. 5%, это понятно, 18 монет. И Ларри, сколько? 5 карточек. Плюс Фрости, 4 карточки. Карточек дают мало. Ну, хорошо, что вообще хоть что-то дают. Так, а у нас здесь продержаться 60 секунд. Обычно мы берем с тобой Фрости, так как он может замедлять противников. Выживут сильнейшие, написано. Так, Росомахи. Оу. Слушай, погоди. Да ну хорош, блин. Да я просто тут не успею. Этот еще... Ты заколебал там уже, а? Так, хорош, надо вот так, наверное, наяривать. Меня сейчас куры просто разнесут. Они вообще собираются погибать, если я в них стреляю или нет? Сколько там? 7 секунд, ребята. 7 секунд мне продержаться. Одна есть. Так, ну что, Фрости хорошо справился. Блин, ну эти курицы, конечно, которые бегут на тебя. Это трэш. Так, ну а мы с тобой прошли эту миссию. Забираем свои награды. Так, 17 монет. Плюс Тормоз Джо, 7 карточек. И на Пейпер 4 карточки нам выпадает. Двигаемся далее. Что-то я не вижу домика. Черепашьего, кстати. 165-я миссия. Ну что, возьмем волосача. Давненько мы за него не играли. Оказывается, монстры сразу же. Я даже не успел задание, ребят, прочитать, как они выползли. Так, подожди. Вот ты говорил про снаряды, ребята. Надо сову подбивать именно, а не снаряды. Да чтоб тебя. Да вы заколебали. Слушай, комары достали, вы серьезно? Так, по-моему, дядька Волсач не выживет. У нас не хватит патронов, да? У нас не хватит элементарно патронов. Все, я обсох.
Я, друзья, обсох полностью. Так, давай, забрасываем. И все, и приплыли. И приплыли, меня просто расчехлили здесь, друзья. Так, Волосач, ну если здесь ты не смог выиграть, а кто же тогда мне здесь поможет? А вот и домик черепаший. Если он мне не помог, то я даже не знаю, кто мне тогда здесь сможет. Давай попробуем опять же Ларри. 125 патронов, но опять же нету пушки, блин. Твою налево, тут же комары. Комары, блин, и совы, по которым фиг попадешь. Так, этот кузен Рой вообще, ребята, еле-еле помогает мне. Смотри, что происходит. Атакуют по жесткачу. Сова, вы заколебали, ну серьезно говорю. Тут, по-моему, надо брать либо тормоза Джо, либо еще кого-то. У кого есть массовая, ребята, атака. Массовое поражение. Вот ты видишь, что происходит. Заплевывают меня эти комары. Да, заплевывают просто-напросто. Поэтому здесь неэффективно стрелять патронами. Так, Пейпер, может быть, Волосач или же тормоз Джо. Давай попробуем за тормоза поиграть. За тормоза. Уровень сложный, не супер сложный, а просто сложный, ребят. Так, минус. Сова, да ты... Так, бросаем динамит. Давай, не отвлекаемся. Так, базуку берем. Да, опять у нас, по-моему, с патронами, ребят, беда. Да, все. Два динамита я трачу, и нам крышка. Это бред. Какой-то натуральный бред, ребят. Комарью просто одолел. Этот кузен, блин, который там стоит, от него толку вообще мало. Он даже не достает до этих комаров, которые рядышком там летают. Ну что, только Волосач. Пейпер, я сомневаюсь, что здесь справится. Волосач, надо просто рационально все тратить. Тут еще вот этот охламон сразу же причем появляется, сразу начинает бомбить. Это нормально, как ты считаешь? Я считаю, что это ненормально. И сова вот эта паршивая, блин. Комары, валите вы нафиг, а? Ну зачем так близко мы их подпустили, а? Ну скажи мне на милость. Слушай, медведи, вы заколебали. Ну сколько вас тут можно терпеть-то, а? Все. Вот они, гаденыши, летают. Сколько у меня хп? Мало. Так, а что у меня получается по этим-то? Все, меня сейчас опять растопчут, ребята, потому что патроны кончились. И я не могу пройти этот уровень. Я не могу пройти этот уровень. Зашибись. Так, сосед, может быть ты... Ну как ты мне здесь поможешь, а? Ну попробуем, ладно, фиг с ним. Комарьё это паршивое, а? Капканы бросаем. Ну...
Ну ты посмотри, сколько их. Москиты. Давай, допустим, мы сделаем так. Окей. Так. Патронов-то не осталось у нас почти. Окей, допустим. Ах ты. Прикинь, вроде патронов все нормально было, а вот именно по хпшкам не вытянули. Здоровье у нас быстро кончается. То есть, когда не надо, они дают нам аптечку. Когда она нам нужна, ее фиг ты выпросишь. Фиг ты ее получишь. Вот так они вот делают. Так, совы. Комарьё, блин, паршивое, а. Так, допустим. Ну-ка. В плане, ты чё? Ну ты, блин, серьёзно, ты издеваешься? Я в шоке. Я в шоке от того, что вообще здесь происходит. Патронов нету. Ничего мы с этим сделать не сможем. И опять фейл. Я умываю руки, ребята, я не знаю, что делать. Сони, ну как ты мне здесь поможешь? Без понятия. Это просто сложный уровень. Не супер сложный, а просто сложный, ребята. Понятно тут, короче. Кузен Рой, ну что ты мне не помогаешь, ни шиша, а? Давай, 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 давай. Ну опять же, ты видишь, сколько у нас здоровья осталось. Я в шоке. Я не могу пройти. Это звездец, друзья. Пейпер, ну ты мне здесь поможешь? Вот это все из этих комаров паршивых, а? Просто из-за них. И эти совы тут еще тоже голодранские. Да горите вы, черепахи, чертовы. Опять указатель потерял, блин. Да, ну, это пейпер. Фигня полная. Она вообще хуже некуда, ребят, сыграла. Хуже некуда. Здоровье, как ты видишь, вообще практически не осталось. И комарьё начинает, как всегда, за свое, да? Две ракеты прилетело. У нас последние 15 с тобой патронов. Все. Game over. Это Афганистан какой-то самый настоящий, блин, а? Ой, волосач, волосач. Вот зачем я так вот сделал, а? Я просто все профукал, ребят. По большому счету, абсолютно все. Мне и так тут со здоровьем беда. Я еще вот такие вот крутасы делаю. Допустим. Ну, но...
Ну давай ты, господи, ну. И все, да? Патронов нету. Да ё-моё, я не знаю, ребят, что делать. Просто не знаю, мне не хватает ни патронов, ни здоровья, ничего. Как тут, блин? Ума не приложу. Угорите давайте в аду. Чёртовы москиты, а. Ну? Так. Поехали. Ну, это мой последний шанс, ребята. И он, похоже, сломался, этот шанс мой. Е! Фью! Да. Это был не супер сложный уровень. Это был просто сложный уровень. И я на нем завис конкретно. Ну, ты сам видел. Трэш какой-то. Фьюх. Так, ладно. 32 монетки плюс тормоз Джо. И дядька Волосач. Нормуль. Двигаемся далее. 166-я миссия у нас с тобой назревает. Вэй, давай-ка попробуем тобой поиграть. Мы далеко зашли. Возможно. Но хотелось бы дальше. Так. Конечно же, ребята, курицы. Ну куда же без них-то? А где лисы? Сейчас лисы пойдут. Да ты достал там уже, а? Росомаха чертова. Ну ты посмотри, сколько их тут бежит, а этих кур. Пошли вазы бомбить. Так, успокойся там, росомаха чертова. Че, все что ли? Да ладно. Есть. Прошли, так, вы, молодец. С такой пушкой. Китайский дракон, по-моему, да, это у них там. Какой-то суперский, священный. Ну что, этот уровень прошли, слава богу, с первой попытки. Так, нам достается 17 голды, плюс дядька Волосач 5 карточек. И на Вэя 4 карточки. И тут у нас 167-я миссия. Так, черепаший домик. Блин, там защита куриц еще будет впереди. Люби врага своего, да вот фигушки. Буду я его еще любить. Так, этих мы пропускаем, пускай плывут. А вот этих будем бомбить. Но опять же, блин, против комаров не это нужно. Что-то как-то они, слушай, отнимают здесь прилично у меня здоровье-то. Вот они, гаденыши, идут. Бомбы, бомбы. Так, аркебузы. Ну... Комариное отродье. Готово. Так, не надо здесь бежать. Надо, наверное, так вот сделать. Давай, 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 запуливай. Все. Отлично, вы справились. С таким еще флагом южнокорейским. Надули, как говорится, автомата. Но здесь тоже все удачно у нас получилось, поэтому двигаемся с тобой на следующую миссию. 22 монеты. Так, соседушка скоро прокачается, да?
5 карточек не хватает. Слушай, а мы же можем с тобой прокачать, да? Он давно ждет, кстати, повышение. Сварщик. Опа. Это первый персонаж, у которого открылось практически все. Смертоносный коктейль. Вот где этот коктейль? Я, по-моему, помню, ребята, мы раньше с вами этот коктейль могли получать. Прям на миссиях, в ящиках, да? Здесь почему-то этого нету. И как его вообще где-то брать, неизвестно. Как пополнять запасы, в конце концов. Ну что, 168-я миссия. Надо было, наверное, взять сварщика. Перехитри монстров. Это вот. Понял. Да перезаряжайся ты, господи. Ну, отнимают не очень, конечно, много здоровья, но все равно неприятно. Так, давай-ка попробуем сделать так. Ты будешь бомбить сегодня? Облизывается он там еще. Курта сколько, эй? Блин, а у меня все, ребят, кончились патроны, оказывается. Если я лесу подбил, то как... Как этого там не подбить? Никак, все, ребят, приплыли. Вот тебе и вей. Ну, здесь не его вина. Здесь вина, потому что ему так дали мало патронов. Так, бабуля, отдохни. Здесь, наверное, хотя... Сосед Вилли, он может, кстати, здесь неплохо разрулить ситуацию. Он одним выстрелом может сносить, в принципе, целый ряд куриц, которые бегут. Этих я пропущу. А вот эту вот лису хитрую мы с тобой завалим. Так невыгодно, на самом деле, делать. Так, лиса. Давай-ка ты отстанешь. Все, что ли? Но это уж больно как-то быстро. Как по мне. Ладно. Да успокойтесь вы, а. А капкан их подобьет. Все, прошли. Я же тебе говорил, что сосед Вилли здесь может разрулить ситуацию. И так и вышло. Ну что, уже близится 170 уровень у нас. Так, нам выпадает опять же 17 монет. Бабуля Мау и Вэй. Бабуля и Вэй. Это ж кто у него там предки, у этого тормоза Джоя, это как этого, Джека. Так, а вот и миссия, где мы должны с тобой защищать куриц. Я понял, понял. Цыплят по осени считает. Ой-ой-ой-ой-ой. Такое начало очень лихое. Так, дай-ка я тут вот фигню разбомблю. Есть. Куда ты там жрешь, куриц? Ай-яй-яй-яй-яй. Давай-давай-давай-давай, росомахи эти всякие тут плешивые. Так, одну курицу слопали, все-таки сожрали. Они сейчас все будут именно бомбить по курятине. А, у меня патрон кончен. Все, ребят, приплыли. Блин, столько здоровья. А патронов нет. Фулл хп, но ноль, как говорится, снарядов. Фрости нет, Фрости не пойдет. Волосач, может быть? Давай за волосача попробуем. Да-да-да, я понял. Давай ты влупляй. Кстати, тут можно, наверное, все-таки не очень сильно волноваться за здоровье. И все. Тут что-то вообще моментально закончились у нас патроны. На каком, блин, основании, непонятно. Все, я на галике, ребят.
Просто на голике. Не, не потянул. Я в шоке. Волосач, извини, тут что-то тоже как-то не прокатило с тобой. А как же тогда быть-то нам? Опа, кстати, да. Давай-ка попробуем сварочку. У нас же есть... У нас же есть с тобой новый удар, который, естественно, надо применить. Есть он у нас? У нас его ноль. У нас ноль. Без палочки. А, он копится, он тоже, ребята, копится. Попробуем накопить. Так, тихо, тихо, тихо. Ну-ка. И что? А что произошло? Я не врубился, ребята. Что-то взрыв какой-то он мощный делает, что ли? Слушай, ну я просто выкидывал вот этот спутник. Он падал, какое-то время стоял, а потом взрывался. И взрывался он то ли сам, то ли потому что я в него попадал. Я не понял. Надо будет про него, кстати, прочитать. Что это вообще за оружие такое? Так, 18 монет. Выпадает нам в Фрости 5 карточек. И на Пейпер 4 карточки. Сейчас читанем. Мне просто самому стало интересно, что это за... Спутник, который также является оружием, наносит урон, также вызывает головокружение и растерянность при попадании в цель. Ну, я тебе говорю, что он наносит урон и этот. Слушай, ну это топово, это топово. Так, а у нас 170-я миссия, домик черепахи. Я его, естественно, хочу получить. Ну, где гаденыши, унесенные ветром? Идет с цветочками. А, нет, это у него татуировка такая. Я думал, я все время думал, что он с цветочками идет. А, это татуха у него на груди. Розочка. Так, белка опять эта сумасшедшая. Вот по ней плохо попадать, ребята, вот такими вот патронами. Сразу тебе говорю. Так, что-то у вас тут дофига, кстати. Мишки. Гамми. Давай как-нибудь завязывайте уже баловать-то, а? Так, сова. Да дуплись ты уже в конце концов, молодец, все. Так, коктейль Молотова к бою. Ну, нормуль. Нормуль. И хпшки закончились, блин. В самый такой неподходящий момент. Я потому что на спутник не успел накопить. Я думал, сейчас спутник выпустим с тобой. Ладно, давай возьмем, наверное, знаешь что? Кстати, может быть, соседушку? Он против медведя очень хорошо рулит. Ну-ка. Так, белка сумасшедшая. Минус. Так, а с патронами пока нормально, да? Капканы давай попробуем забросать. Сумасшедшая белка, где она там? Я не понял, что с ней не так-то? Короче, они меня достали здесь. Давай так вот будем с тобой разрулить все это дело. Давай, 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 в дурмане пока там находится. Ну вот, волосач имба. Ой, волосач, ё-моё, извините. Вилли, конечно же, это же сосед Вилли. Как это можно спутать Вилли с волосачом? Не знаю. Одолели мы с тобой этот уровень. И получаем сундук. Плюс домик черепах сейчас нам еще выпадет. Так, сварной. Бабуля Мау. Ну, давай домик.
А, домик не сейчас будет, он после этого уровня. Опасные деньки. У нас тут каждый денек опасный, как Афганистан, ё-моё. Горячая точка отдыхает. То, что вот мы с тобой сову можем станить, это круто. На самом деле. Окей, так, с аркебузами идут. Так, 13 патронов. Хотя зарой еще есть, пускай эти курицы бегут. Я даже на них не буду отвлекаться. Опасные денечки, да? Так, главное контролировать уровень здоровья, то... На тебе, влобешник. Слушай, он очень быстро набирает себе патроны. И причем патроны довольно мощные у этого соседушки. Сейчас он у нас чуть ли не в топчик входит, да? Именно по боевой мощи. Так, нам выпадут еще кристаллы. Я сразу определил по... Сколько карточек нам в сундуке будет. Вели и кристаллов. Две штуки всего лишь-то. Ну, вы насмешили меня. Две штуки кристаллов, блин. Так, в домике. Бабуля Мау. Воу, прокачивается бабулька. Так, Вэй и Волосач. И 6 кристаллов. Ну, спасибо хоть на этом. Так, с вашего позволения, друзья, я буду прокачивать... Это какой уровень? 8-й. Так, у нас... Открывается. Что здесь у нас? Напалмовая бомба, поджигающая надвигающихся врагов. Ну, это, похоже, обычная бомба. Граната, да? Так, не только для медведей. Можно использовать против монстров любых видов и размеров. Так, блин, он здоровья на нем нету. Ай-яй-яй. Так, ну что, попробуем теперь за Ларри поиграть. Блин, суперсложный уровень. Ну, конечно же, комары, конечно же, все. Все, что, блин, мы любим с вами. Погорячее, да? Давай, давай, перезаряжай ты свою пукалку. Бомбим туда. Так, Мишка минус. Минус. Так, эти горят. Они очень медленно горят. Очень, ребята, медленно горят. Так, отряд. Трясогузки тут идет. Слушай, со здоровьем-то беда, ребят. Как бы нету времени на раскачку. Сейчас запинает меня здесь. Перезарядка, естественно, 3 часа идет. Куриц мы этих с тобой подбить не можем, который выбегает из туннеля. И все. 50-50, стоит ли тратить? Стоит. Если это суперсложный уровень, то стоит. Но нафиг, лучше пройти за гемой этот суперсложный уровень, чтобы потом не париться лишний раз. 172-я миссия у нас пройдена, причем идеально, отлично. Так, серия побед. Я просто хочу получить нового персонажа. Ух ты, 70 монет сразу наклепали. 12 карточек на Фрости. На Сварщика 12 карточек. И на Мау 8. То есть старуха может прокачаться. И, по-моему... А у нас хватит для прокачки нашей бабули? Сколько там нужно финансов? Соточка. А у нас с тобой только 81 монета. Ну что, давай... Сыграем за Сони. Кстати, на него тоже очень редко выпадают карточки, да, на Сони. Коричневый хит сезона. Кто такой вообще сказал, что коричневый хит сезона? Я не пойму. Это у нас обычный уровень, да? Не супер там какой-нибудь сложный. Но всех в расход, всех в расход. Сони, давай, 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 давай. Иди сюда. Этих заморозим. Блин. Сейчас они прокрутят свою фигню. Дуплетиком, так сказать, мы их. Ай-яй-яй, заморозка. Чуть-чуть не помогла нам.
Чё такое? Чё? Из-под контроля это все вышло. Эй! Да давай ты, блин, бомби! Я в шоке. Фух ты, успели, блин. Хотя домик горит и получает, соответственно, урон. Домик, домик на плоту. Фух, ну прошли, слава богу. Ну что, берем награды. Надо бы монеток бы с тобой, конечно, бы. Двадцаточка, да? И 80 было, это получается соточка. А если соточка, значит бабулька у нас может прокачаться. Так что давай мы это с тобой и сделаем. Угу, соточка. Так, какой там уровень он получает? 6-й. Ребята, у нее открывается второй вид оружия. Обладатель, собственно, тактической ядерной пусковой установки. Это весело. Быть в ее прицеле не очень. Это точно. Слушай, бабулечка, а я хочу глянуть, что это за фигня такая у тебя прекрасная. Вдруг она вообще топовая. Вот эта вот бомба. Наверное, на нее копить мы задолбаемся сейчас. Прочный панцирь. То есть черепахи, что ли? Блин, опять этот пожаротушение ходячий идет. Да, эти тритоны. А, вот она, есть у нас, ну-ка. Ну, если честно, я немножечко другого эффекта ожидал. Будем честны. Немножко друг... А, все? Ну, что-то это как-то... Ну, ребят, ну... Не, старушка, ты уж извини, но это какой-то бред. Во-первых, она всего лишь одна. Во-вторых, не настолько уж она и мощная. Не, ну, конечно, я понимаю, все зависит от прокачки. Она уровень-то, конечно, маленький пока имеет. Но все равно... В этом уровне вообще могу даже Тормоз Джо, по-моему, выиграть. Так, ладно, не будем хаять. Бабуля что могла, то сделала. Как говорится, бабулька здесь ни при чем, да? Сами виноваты. Давай, давай, расстреливаем всех этих попандопов. Да горите вы уже, а? А эти вот, как их звать-то, хамелеоны, да? Они очень, блин, ребята, живучие. Я вот заметил, очень живучие. То есть ты по ним стреляешь. Стоп, у нас, кстати, с тобой патронов-то не очень много. Погнали. Так, еще залп. Это последний? Последний. Я думаю, что хватит нам справиться здесь с ними. Так, черепаха, ты сгоришь? Сгоре... Не сгорела, блин. Все, отлично. У нас вышло, ребят. Ну, Ларри на высоте. Карточек на него не дают. Я бы хотел бы его прокачать, на самом-то деле. Но их нету. Как назло. Вдруг здесь выпадет нам, а? Так, 17... Прикинь, выпало. 5 карточек, это неплохо. И на В3. Фух. Так. 176-я. Тут глава 3 уже не за горами. Ну что, поехали. Посмотрим, что здесь у нас. Очередной день на болоте. Крути, крути свою фигню. Дай сюда монетки. Тьфу ты, монетки, уточки. Пошло, поехало, да? Блин, давно я вас не видел, макаки чертовы. Бросающиеся козявками. Так, подожди секунду. Успел, да? Так, аптечку взяли. Это уже радует. Аптечка всегда радует меня. Сейчас я с этим медведем справлюсь. Поехали. Забрасываем. Че, не так весело вам, да, сразу стало? Да иди ты в пень. Макака с красной какой. Так, там еще отряд идет. Ёк-макарёк. Да ну. Все, ребята, хп не хватило.
Ну и что ты прикажешь мне делать? Волосы чем брать, что ли? Или кого? Ну, Ларри не справился здесь. Хотя он по убойке, я считаю, один из мощных чуваков. Давай волосыча возьмем. Кстати, а когда волосыча откроется? Девятый уровень, у него только восьмой. Ладно, поехали. Ну, волосач, не подведи. Да блин, один выстрел делает, он сразу три раза начинает стрелять. Ну. Так, тихо, да переключись ты, господи. Такой тупорылый, блин, не переключится, пока не потратит все свои патроны. Идиот, блин. Просто я хочу переключиться, а он строчит, как этот, блин. Я имею в виду и снайперки именно. Опять козявочники, а. Сколько у нас? 48 патронов. Не так уж и много, если честно. Так, а сейчас, по-моему, если не ошибаюсь, пойдет целый отряд этих буржуев. Вон они вдалеке стоят. Сейчас начнут заплевывать, расстреливать и тому подобное. И эти тут на подходе. Да давай ты мне свою перезарядку, черт твой. Трэш. Я не знаю, ребята. Идут просто в наглую. Давай попробуем тогда с сварщиком, с его спутником. Если, конечно, мы успеем накопить на этот спутник еще. Хренов. Хочу, чтобы спутник у нас сработал. Это я хочу, мало ли... Что мы хотим, что у нас получится. Вот попробуем закинуть. Ну как тебе сказать. Он справляется, знаешь, с чем? С убийством врагов, ребят. Слишком медленно все это у него идет. Дамаг маленький. Ну, вон, даже по обезьянам видно, сколько нам приходится бомбить, чтобы уничтожить одну лишь обезьяну. Так, коктейль молотого забрасываем. Ага. Ага. Давай. Есть. Фух, друзья мои, мы справились. У него вот эта вот базука, гранатомет, офигенно бомбит. Так, ну что, я думаю, наверное, на сегодня пока достаточно. Нервишки надо приберечь на следующую серию. Так, сколько у нас тут? 18 монет. Сони. Оу, прокачаться может. И Фрости. А на Сони сколько нужно монет? Будьте добры. А, у нас всего лишь 56. А на Sony нужно соточка. Это будет у него какой? Шестой уровень. На шестом уровне у нас что-нибудь открывается? Да, у него открывается второй вид оружия. Гранатомет с эффектом поджога. Отлично. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!